Федерация рукопашного боя Тверской области открыла очередное отделение. В этот раз список районов пополнил муниципальный округ Удомля. Репортаж с первой официальной тренировки из райцентра в нашем следующем сюжете. По сложившейся традиции открытие проводили руководители областной федерации. Заместитель председателя Дмитрий Игнатьев и учредитель организации Александр Гражданкин. А также поддержать соседи приехали спортсмены из отделения Вышнего Волочка. Теперь у ребят из Удомельского округа есть отличная возможность развиваться, причем не только физически. Рукопашный бой, на самом деле, это национальный вид спорта, да, но это не только вид спорта, это целая система и моральных, и этических качеств развития и бойцов, и мужчин в принципе. Наш клуб наконец-то вошел в этой дружной федерации, чтобы развиваться и достигать успехов определенных. Для спортсменов это был настоящий праздник спорта. Я с 15 лет занимаюсь единоборствами. Очень рад, что открылась секция удобная рукопашного боя. Спасибо нашему тренеру дяде Грише. Спасибо Федерации рукопашного боя за то, что предоставили нам возможность заниматься. Очень рад. Федерация рукопашного боя передала защитную экипировку для спортсменов. Здесь 6 комплектов экипировки. Надеемся, что это все пойдет только на пользу, на развитие. Перчатки, накладки на ноги позволят тебе в дальнейшем готовиться к спортсменам. Это уже 12-е отделение рукопашного боя в регионе. До конца года будут открыты еще несколько отделений в разных округах области, где дети смогут заниматься не только спортивной, но и начальной военной подготовкой.